то, куда я езжу каждый месяц и не по разу, и это Орион. По сути, мест других и нет. Я не мечтаю о супермаркетах. По сути, любые маркеты выманивают у нас деньги. Кому нужны феньки всякие? Мне нужна аппаратура, и она есть. Ну а то, что нужно моему ребенку, есть в Орионе. И каждый раз и с большим воодушевлением он берет игрушки. И он, по сути, их не ломает, потому что папа говорит, что рано или поздно любая игрушка может пригодиться. Итак, почему на мне все сделано в Турции? На мне бейсболка сделана в Турции, на мне футболка сделана в Турции, на мне штаны сделаны в Турции, на мне вот эта штука, тут тоже турецкая, кстати. Вот. Да, кстати, трусы тоже сделанные в Турции. Вот. Понятен результат, да, там все дешевле. Там все в действительности в 3 раза дешевле. Но почему мы сегодня говорим о магазине игрушек Орион? Потому что вот это у нас дешевле. Я никому не буду ничего говорить, потому что, по сути, вот рекламных событий мне нельзя говорить о отечественной составляющей, потому что нет. Но вот в Турции я не могу себе игрушек купить, потому что я их покупаю здесь. Я так понял, вы нарисовали себе картину, куда добраться. Теперь мысль более правильная. Что подарить? Лучше дарить обучающие игрушки. Когда я показываю то, что находится за моей спиной, этого не было в моей жизни. Просто не было. Потому что в моей жизни что было? В моей жизни можно было покататься на машинке. Автодромы такие были. У меня был самый крутой автодром. У него машина ездила. А самый простой автодром — это где все перемещалось. Вот. И поэтому ко мне приходили ребятки и на нем играли. Но остального не было ничего. Не было ни монополий, не было кубиков, не было азбуки со сказками, не было русских шариков. Вообще ничего такого не было. Ты туда заходишь и начинаешь думать: господи, боже мой, почему же я сейчас такой человек? И где это все было раньше? Потому что сейчас все это есть здесь, в магазине Орион. Этого никогда в жизни и не было. Мы, по сути, не могли себе позволить, что было типа у западников. Но почему нет? Потому что Запад стал ближе к социуму. То есть все там круто, а у нас? Ну и мы меняемся. И вот то, что за моей спиной. За моей спиной находятся мозаики. То же самое. Никогда этого в жизни не было. И так начинаешь думать, что как-то странно все случается. Но здесь есть еще и то, что вы можете в любом случае себе купить. Это игрушки. Игрушки для ваших ванн. Вот они внизу. Пожалуйста, берите, пожалуйста. Никаких проблем нету. Получается, что умение работать с игрушками, умение уважать их растет с корнями. По сути, вы должны даже играть вместе с ребенком. Понимать, что тот, кто их создал, создает будущее. И вы посмотрите, в сфере игрушек работает большая составляющая. Но вы попробуйте ткнуть свою машину и поймете. Когда вы сюда заходите, не надо ничего говорить. Потому что вот эти полки, они пока еще в разобранном состоянии, потому что вот скоро... Еще здесь откроется подразделение. То есть, наконец-таки, мы говорим о том, что круче, чем магазин Ориона, не бывает. Это в действительности так оно и есть. То есть, 1, 2, 3, 4 огромных холла. Представляете, можно еще и вверх. Ну, вы же там не увидите, правильно? Поэтому здесь делается все немножко по-другому. Здесь постоянно идет обновка. Новые машинки и все остальное. Делается для вас. И вы прекрасно понимаете, что именно здесь вы можете купить каждый... неделю, каждый месяц что-то новое. И это будет круто. Круче, чем у многих. Потому что здесь игрушки без прихвостней, велосипедов и прочей шелухи. А теперь задумайтесь, я здесь почти 3 года и заезжаю неоднократно. Но каждый раз новые игрушки. Как вам это? Вот Родион, который снимает сейчас камеру, сказал, что змей класс. Да, мы в прошлый раз делали сюжеты про змеи. Но что это Китай? Это настоящий Китай. А в Китае все летает. Кстати, в Китае летают еще и самолеты всякие. И планера, и все остальное. Извините, но благодаря Китаю я тоже научился летать. Вот. Мы зашли в другое место. И это, конечно, для девочек. Для девочек здесь очень все круто и классно. Вот. И вообще надо понять, что я не знаю как. Не знаю почему. А это замечательно. И это работает для всех. Потому что здесь на ваших малышах не зарабатывают. И никто не хочет ездить на новом кредитном автомобиле за ваш счет. Здесь замечательные ценники. Для детей выбираем. Для детей, да? А вы выбрали магазин Орион по какой причине? Дешевый, да? Здесь дешевле, чем в других местах. А мы будем надеяться, что скоро увидимся вновь.
Потому что скоро здесь Орион будет еще больше заботиться о малышах. И все, кто устал от дивных цен в розницу и опт, поймет, что с ценами Ориона вы можете и в Магнитке жить круче остальных. Магнитогорск ведь живет не только комбинатом. Хотя, по сути, с правильными ценами живет только Орион и ММК. Ну, ММК вы знаете, где находится, а теперь знаете, где Орион. И, конечно, каждый сюда придет, и у каждого должен быть сын. Либо это должна быть дочка. Потому что без детей своих это не то, что должно было быть. Потому что мы рождены для того, чтобы дать поколение следующее. А поколение следующее – это наши дети. Для поколения следующего, я тут недавно посмотрел, такие ценники. Чтобы одна маленькая курточка стоила, как две куртки, сделанные в Турции, это как-то сложно. Либо они столько стоят, сколько здесь. Ну да ладно. Ну да ладно. Но тем не менее, мы вам показали самое дешевое место. Самое дешевое место – это магазин «Орион». Куда мы вам и говорим, приходите и покупайте то, что вам нужно.